Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритьё. Сегодня я хотел бы опять с вами обратиться к истории. И слава богу, благодаря друзьям канала, в данном случае Дмитричу, за что ему огромное спасибо. У канала есть обширная коллекция, которую я время от времени могу пользоваться и показывать вам. Сегодня мы с вами побреемся бритвой непростой. Мало того, что за ней богатая история, мало того, что ей уже больше 100 лет, так еще компания, которая производила эту бритву, в свое время жилет чуть без вазелина не сделала, но жилет выкрутился. Тогда он еще был молодой, зубастый, самостоятельный и сумел выкрутиться. Правда, директор этой фирмы все-таки попался среди директоров жилета, но обо всем этом вы сможете сами узнать, если пройдете ссылки по описанию под видео. А пока я предлагаю вам всем пройти на крупный план, посмотреть, потрогать, пошупать. Я начинаю, а вы догоняйте. Прежде чем начнем, я хотел бы с превеликим удовольствием и уважением передать привет и сказать спасибо пользователю под ником Камбалои с американского бритвенного сайта Badger & Blade за ту информацию, которую он собрал именно вот по этой марке изделий, собственно, которой я и пользовался для создания этого обзора. Ссылку на эту статью я оставлю в описании под видео. Если кому-то захочется интереснее, опираясь на эту статью, вы сможете разрыть всю информацию. Так вот, ребята. Перед вами изделие компании, которая первично называлась «Аутостроп», а с 2021 года переименовалась путем добавления одного слова «Валет Аутостроп». Это чуть ли не самая-самая компания, которая заставила напрячь булки компанию «Жилет». В свое время она «Жилет» настолько заставила напрячься, что в 30-м году они пошли на слияние. И благодаря этому компании «Жилет» удалось устранить не только конкурента, но еще и избежать штрафов по патентам. Ну и, конечно же, они облагородили свое производство. Дело в том, что в 30-м году компания «Жилет» слилась с компанией «Пробок». Компания «Пробок» и компания «Аутостроп» – это детище одного и того же человека Генри Гейсмана. Так вот, в компании «Пробок» он реализовал несколько своих интересных идей не только в бритвах, но и в лезвиях. И вот благодаря патентам на свои лезвия компания «Жилет» могла огрести в свое время. Так после того, как 16 октября 1930 года было подписано слияние, а Генри «Пробок» попал уже в совет директоров компании «Жилет», так вот, все те инструменты, при помощи которых компания «Жилет» изготавливала свое лезвие, были утилизированы. И уже было изготовлено новое производство по подобию компании «Пробок». И вот благодаря этой статье я сумел узнать такую интересную и своего рода даже, знаете, ну, санта-барбарскую историю. Кому захочется узнать больше, опять же повторяюсь, ссылка в описании под видео будет на эту статью. А перед нами одно из детищей компании «Аутостроп». Всего их было порядка 10 видов, не считая мелких изменений. С мелкими их было еще больше. И у каждой из этой модели было свое индексное обозначение. Перед вами модель B1. Почему? Первая модель и вторая модель A1 выпускались... А в принципе-то вся эта красота выпускалась с 1906 по 1946 год, 40 лет. С 21 года компания стала по-новому называть свои изделия, добавив слово «Валет». «Валет Аутостроп». Так вот, обратите внимание, смотрите. Здесь просто «Аутостроп». Видите? Это один признак. И второй признак. У первых моделей, которые компания выпускала, регулирующая пластина, которая помогала работать с лезвием, она была подпружинена в виде кнопочки. И только начиная с модели B1, B16, они перешли с кнопочки вот на такой вот рычаг, который позволял уже все эти действия проводить гораздо проще. Здесь пружины уже как таковой не было. Ну и в первых моделях, если ручка не снималась, то в модели B1 она уже начинала сниматься. Давайте вначале рассмотрим весь набор, так, внимательно, а потом я вам покажу все в отдельности. Итак, набор. Компаний, которые выпускали бритвы для военных, немного, но тем не менее ни одна, ни две, ни три, ни пять. К сожалению, все их вам я показать не могу, могу показать только от компании «Валет Аутостроп». Это вот один из вариантов. В брезентовом, вот такого зеленого цвета, цвета хаки, мешочке есть пластина из металла,
которая полирована и выполняет роль зеркала. Специально в мешочке у нас есть лезвие, мы их тоже рассмотрим внимательно. В специальном креплении есть ремень для правки лезвия. И тут же у нас инструкция, которая точно так же сохранилась. А пустой кейс выглядит вот так, смотрите. Ну, то есть достаточно простая такая, непритязательная игрушка. А, забыл еще сказать. Здесь, в этом же пакете, выпускалась специально вот такая петелька, за которую мы могли вот так вот раз вот подвешивать, когда хотите побриться. Вот. Так вот подвешиваете, и у вас как бы на гвоздике зеркало висит, и вы спокойно бреетесь. После этого складываете, вот так будет правильно. Просто было вставлено несколько поиначе. И на самом зеркале, обратите внимание, та же самая монограмма «Autostrop Safety Razors». Валли еще не добавлено. Инструкция. Она настолько проста, настолько же и лаконична, несмотря на много букв и много страниц. Но все самое необходимое компания, конечно же, донесла при помощи картинок. Здесь краткий уход, как направлять лезвие и как бриться, как вставлять и вытаскивать лезвие, как обращаться вот с этим флажком. Если вдруг кто-то чего-то не понял, более подробная инструкция со всеми положениями, которые может эта бритва использовать. И, ребята, стыдно, но только благодаря вот этой вот инструкции до меня наконец-то дошло, что это не просто бритва, это регулируемая бритва. Я вам потом на самой бритве покажу более подробно, о чем почему-то никто никогда не говорит, не делает акцента и не упоминает. А это неправильно. Смотрите, в зависимости от положения флажка, бритва может принимать несколько положений. Легкое бритье, среднее бритье и уже фиксированное. Самое-самое-самое жесткое, на которое способна бритва. На бритве покажу отдельно. Лезвие. Да-да-да. Оригинальные. Прочее-прочее. В оригинальной упаковке. Посмотрите. Самые настоящие. Как выглядит само лезвие? Это лезвие начального этапа. Потом уже, когда компания «Autostrop» переименовалась в «Wallet Autostrop» и стала выпускать уже более навороченные бритвы шикарных моделей, лезвие оставалось прежним, форма, но метод крепления уже несколько изменялся. А само лезвие, помимо того, что оно было вот в такой упаковочке, внутри оно еще было в вощеной бумаге. Но все равно, смотрите, ржа все-таки дошла, но хоть как-то, но сохранилось. В общем и целом выглядело все вот так. И еще одна вещь, на которую я хотел бы вам обратить ваше внимание, это инспектор номер 18. А с обратной стороны информация, что эти лезвия офигительного качества и что компания гордится их производством, но если вы так вдруг не считаете и испытали некий дискомфорт, то просьба обратиться вот по этому адресу на 5-й авеню в Нью-Йорке, и с вами там поговорят отдельно. А что, собственно, вам не понравилось? Ну-кася, ну-кася. Ну, я думаю, просто чтобы просто поменять или как-то урегулировать конфликт. Молодцы, ребята. Ремень. В свернутом состоянии, как видите, он занимает немного места, но если его развернуть, то получается полноценная кожаная лента. Сейчас постараюсь показать так, чтобы вы смогли прочесть информацию. Ремень точно так же родной. А, нет, ребята, ремень не родной. Ремень уже позже выпущен. Видите, наименование Wally появилось. Но я не думаю, что из-за одной этой буквы форма ремня и его суть как-то поменялась. Скорее всего, без Wally ремень был точно такой же. И еще немного информации здесь. Да, валет здесь уже появился, видите? Ремень более поздний. Так, он нам еще пригодится. Да, а, смотрите, как интересно сделали. Металлическая скоба, как так щелкнутая, и кожаный ремешочек такой. Нет, не кожаный. Из плотной, нет, кожаный, нет, не кожаный. Или кожаный? Да, нет, не кожаный. Из плотной такой материи, смотрите. Так, далеко не убираем, он нам еще понадобится. И вот, наконец, сама бритва. Так вот. После сборки
Достаточно ручку просто вкрутить. Управлять самой бритвой будет легко и просто. Вот сейчас она в фиксированном положении, и, собственно, вы уже можете приступать к самому бритью. Вверху надпись «Autostrop Razors». Здесь есть вот специальная такая защелочка, которая раньше была на пружинке. Кстати, на ней тоже надпись, видите? Если ее отогнуть до конца, вот, лезвие зафиксировано. Если ее отогнуть до конца, лезвие у нас высвобождается, мы сможем откинуть его и уже проводить все необходимые операции, которые нужны для чистки или каких-либо других действий. А вот что касается самой регулировки, посмотрите, какой интересный момент. Мы опустили лезвие, флажок у нас замкнут. Если мы его потихонечку опускаем вниз и доводим до конца, видите, он в окончательном положении, у нас бритва в максимально выведенном положении. Вот у нас РК, обратите внимание, какой у нас ГАП. Так вот, в той бумажке, про которую там говорилось, можно регулировать рез благодаря этому флажку. Если мы его будем потихонечку отодвигать, обратите внимание, что происходит. Режущая кромка у нас двигается назад, у нас вылет лезвия уменьшается, ГАП чуть-чуть увеличивается, а потом опять сходит на нет. Так самое максимальное положение с максимальным ГАПом, тут как-то странно, с волной идет, смотрите, у нас получается максимальный вылет лезвия, но, скажем так, маленький ГАП. Потом, когда мы отодвигаем лезвие, у нас получается вылет лезвия, экспозиция меняется в меньшую сторону, но при этом у нас увеличивается ГАП. А если мы сдвинем еще больше, то у нас ГАП снова уменьшается, но вылет лезвия уменьшается еще меньше. То есть тут несколько положений, какое из них вас заинтересует, как обладателя этой бритвой, это нужно разбираться и смотреть. Поэтому это я никогда с такой стороны эту бритву не рассматривал, поэтому для меня лично это очень интересно. Давайте я попробую сейчас вот так вот, чтобы вот так вот вы видели, и буду задвигать флажок. Так, ага, вот. Вот смотрите. Оп, все, задвинул. А теперь обратно. Видите? Мы сейчас постараемся все это в бритье испытать. Но прежде чем мы начнем бриться, нам нужно эту бритву направить. Для этого откидываем флажок. И обратите внимание, вот там вот внутри есть отверстие. В это отверстие мы с вами берем ремень, вставляем. Вытаскиваем с этой стороны. Все. После этого находим ближайший гвоздь ближайшей стенки. Если нет, то вам не повезло, придется организовать, ну или к соседу сходить. Если же все-таки вы крючочек нашли, вешаете и начинаете править. Это я покажу отдельно. А кроме этого, у нас еще будет сегодня мыло-табачок. Не хочу разводить особых политесов, не хочу чаш, не хочу ничего. Хочу просто наслаждаться этим мылом. Мыло-табак. Для меня лично чем? Оно знаменито. Ну, во-первых, своим качеством. Немцы в этом плане не подкачали мыло, просто очешуительно. Все его технические параметры, но они хороши. Они настолько хороши, что во время работы вам просто не убавить, не прибавить. Вот то, что должно быть в мыле, оно в этом мыле есть. Следующее, что мне нравится, это, конечно же, запах. Он не вызывающий, он равномерно распределен. И он просто, знаете, вот приятный, хороший аромат в ванной комнате в приличном доме. Ну, то есть, вот никаких посторонних запахов, вы знаете, вот такой легкий-легкий муар какой-то идет и приятный. Вот это в мыле есть. Но мыло-табак – это, наверное, одно из мыл, на которое меньше всего, не то чтобы отрицательных, а таких даже фу-фу-фушных откликов. Но в то же самое время у этого мыла есть очень-очень-очень-очень большая когорта поклонников. Есть люди, у которых это мыло находится в постоянной ротации, и они это мыло не променяли бы, наверное, но ни на какое другое. Это я, конечно, утрирую, но тем не менее, это мыло люди любят. Ну и на мой личный взгляд, это, наверное, мыло, оно не серии масс-маркет,
Ну, на самом деле, да. По цене это масс-маркет. Но мне кажется, что это мыло переходное. Вот еще чуть-чуть, еще маленько, и это был бы уже не масс-маркет, это был бы уже эксклюзив. То есть оно на стыке масс-маркета и элитных линеек. Вот так вот я хотел бы сказать. Вот, ну прям, я рад, что я сегодня, оно мне на глаза попалось, и мы сегодня им попользуемся. А еще у нас сегодня будет эпсилончик. Ссылку на него в описании под видео я, конечно же, оставлю, но те, кто его раньше не взял, ребята, вы прощелкали, упустили свой шанс. Потому что с тех пор, пока я последний раз показывал линейку вот этого вот магазина, лосьоны слегка подорожали. Пускай не намного, там, по-моему, на 100-200 рублей, но все-таки подорожали. Флакон сам по себе. Кстати, на флаконах я бы вам рекомендовал не заморачиваться. Я в описании под видео читал, там люди, а вот на картинке один пришел в другом флаконе. Ребят, дело в том, что сама компания отпускает в разных флаконах. И тут поставщик даже сделать ничего не может, потому что вот так приходит с производства. Это не значит, что какие-то там злобные черные гоблины, бам, у нас здесь взяли на территории, в подполье, в каком-то там, через трубочку вам разлили не в тот флакон. Ребята, никто так не делает. Все это поставляется из Европы, и все это делается именно там. То есть два вида флаконов. Почему так производитель поступает? Ни у меня, ни у поставщика ответов нет. Ну, вот так вот есть. Видимо, во что есть, во то и льют. А так, это то же самое, что и было раньше. Эпсилон у компании 4 вида. Первый – это Mediterranean, Blue Mediterranean. Второй – Scottish Spirit. Третий – Amber. И новинка 22 года, номер 4 – классический ментол, который, собственно, я вам сегодня и хочу продемонстрировать. Приятный, совершенно нифига не ядовитый, такой, знаете, какой-то гороховый зеленый цвет. Или даже нет, наверное, все-таки не гороховый, я бы сказал, больше лаймовый. Что-то вот такое вот он есть. Но веселенькое такое, знаете, тропическое. А что касается горловины, а такая же, под ту же самую пшикалку. Вот видите. Хочу напомнить, кто любит вот такими флаконами жонглировать или подбрасывать, или их по полу катать, ребята, заботьтесь заранее. Или сюда пробочку поставьте, или намотайте фумку, или там, или еще что-то сюда. Потому что, в принципе-то, эти баллоны для этого не предназначены. Они предназначены для стационара. И если вы их будете именно так использовать, то у вас ничего не будет течь, у вас все будет нормально, все хорошо. Но если все-таки же вы относитесь к первой категории, любите активное использование лосьона, подбрасывание, катание, швыряние, играние в шнишки, позаботьтесь, чтобы у вас отсюда не капало. Вот сегодня этой штукой и будем бриться. Пошли, догоняйте. Ух, хорошо. Ух, мама дорогая. Что-то это, рубашку все замочил. Видимо, недостаточно. Сделаем по-другому. Опущу мыло в воду. О. Уже лучше. Что по факту имеем? Практически сухое мыло. И я его обратно в фольгу так бимс. Если бы я делал все по науке, то есть вначале бы сделал бы так, чтобы у него верхняя часть отмокла. Ну, то есть, допустим, положил на мокрую салфетку или там еще куда-нибудь, или водичкой залил. Там отмокло бы гораздо больше, чем мне надо. А так, потер да и все. Ни разу так не пробовал, в голову просто пришло, дай-ка попробую. Вот сейчас решил. А то, чего вам не показал. Сегодня еще раз хочу взять ХЛС-овский помазок. Они ручки будут новые делать, акриловые. Пятачок уже вмонтирован прямо туда в ручку. Во. Скоро совсем мы начнем их. Ой, блин, еще надо убрать, выпускать. Цвета самые разные. У нас сегодня первый день, когда более-менее нормальная погода, что-то 18-20. Вчера началось, сегодня вот прям, сейчас что-то солнце вышло, не поймаю, нафига оно усралось. Летом, да, прикинь? Ну, просто предыдущие 36-38. Ну, не смертельно, конечно, но хотелось бы без этого, конечно.
если бы у нас хотя бы в доступе были стеганые ватные халаты, зеленый чай, наверное, есть, да есть наверняка, еще можно было бы как-то протянуть. Судя по тому, что я вижу на лице, мыла мало. И пока фигня получается. Так, чтобы исправить фигню, еще раз намочу. Еще раз пройду. Ну а что не попробовать, интересно же. Уже лучше. Мы заказали большую партию акриловых ручек разных форм с уже вмурованными туда под акрил пятаками. Просто руки еще не доходят все это дело организовать. Сейчас пока другие вещи в приоритете. Ну, сейчас со всем этим разберемся. И за эти тоже возьмемся. Ну вот, уже что-то более-менее. Конечно, если бы сбивал в чаше или в руке, было бы поинтереснее. Ну, в смысле, шапка больше там или еще что-то. Но я больше чем уверен, что и этого будет достаточно для того, чтобы побриться. Может быть, не так красиво и эстетически. Ну все, харе. Так, позицию не менял, флажок до конца опущен. Сейчас, наверное, будет правильно, если первый проход сделать на максималках. Кстати, о лезвиях. А вот где там брать лезвие? Ну, ребята, говорил уже в предыдущем обзоре, один раз мы уже брились этой бритвой. Могу сказать еще раз, гемовские, обычные гемовские лезвия сюда подходят точно так же. Все, что для этого нужно сделать, это просто взять вот эту вот алюминиевую обечайку, которая там с одной стороны на гемовском идет, снять. Все. И спокойно вставляете сюда и бреетесь. Вот. Кстати, сейчас здесь гемовская стоит. А что я оригинально не поставил? Надо было попробовать. А ладно, в следующий раз. Так, бачок. Забиваются достаточно бодро и достаточно быстро. Ну, в принципе, с недельной щетиной не мудрено, согласитесь. Дмитрич, перед тем, как подарить каналу эту бритву, рассказывал историю, как она ему досталась. В бытность свою помоложе он ходил на кораблях. В том числе и по северу Африки. Там Египет, Ливия, ну вот это все. Ну вот там судьба как-то и свела его с поставками американцев.
те, когда поставляли новую технику, в данном случае там танки, бронетранспортеры, вот все вот такие, БМП тогда еще не было. Под носом вот так неудобно. Забилась уже вся. То вместе с этим новым военным оборудованием, там в комплекте было все необходимое для жизнеобеспечения. Забивается махом. В том числе и вот эти бритвы. Куртофаны там, комбинезоны, спецодежда. Всякие вот такие штуки. Одно не пойму, как бритва, сроки которой производства с 6 по 46 40 лет. А это в данном случае получается от 16 года примерно, как она могла попасть в такие наборы, но как-то же попало. Дмитриевич не тот человек, который бы сочинял. Да с этой бритвой вообще много вопросов. Которые мне не совсем понятны. Если бы нашелся знающий человек, который бы объяснил, вот это вот так, а это вот так. То есть, например, бритва производилась не только в Англии, но еще и в Канаде, но еще и в Америке. Может быть, еще в какой-то стране, я хз где. Те 10 моделей, которые официально, ну то есть основные, которые выпускала компания, ну да, их можно объяснить, там апгрейд, там вот это вот шпили-вили. Знаете же, что компания все лучше и лучше и лучше и лучше делает. Тем более сама по себе бизнес-идея, вот не бизнес-идея, а форм-фактор, ну, достаточно такой хороший, то есть бритва на всю жизнь. Ты можешь и лезвия к ней покупать, и лезвия сторонных компаний использовать, плюс еще ты те лезвия, которые возможно, ты можешь править. То есть вставляется ремень, пим-пим-пим-пим, тыр-пыр, 8 дыр, вот тебе, пожалуйста, плиз. А вот почему в разных странах, почему так много? Интересно, интересно. Так. Оказывается, такие бритвы выпускались как обычные, так и лакшери. В богатых кейсах, покрытые, по-моему, серебром, золотом, иридием, чем там покрывали. Ну, короче, там пипец, что было. Оказывается, тогда уже такие технологии были. Так, ну поехали. А, да, давайте сейчас помягче сделаю. Вот так чуть-чуть отведу. Опа, Америка, Европа. Не, ребят, честно скажу, не мой вариант. Я лучше на максималках. Если опускать, то уж чересчур мягкое получается.
Хотя вполне допускаю, для человека, который бреет каждый день, да через день, такой вариант тоже бы подошел. Ну и пошла зачистка. Мыло за счет подскольжения вывозит. На помазке его, сами видите, недюже богато. Ну, для зачистки, я больше уверен, достаточно, хватит. Ну, ребят, я вам скажу так, выбрился не очень хорошо, наверное, может 70 на 30, а может даже 60 на 40. Причина проста, лезвие, скорее всего, уже а-ля Олю Кирды прощай. Перебривать, делать что-либо еще не буду, давайте компресс, автошейф и поговорим. Погнали наших городских. Хорошо. Так. Будь. Ну, давай, эпсилончик, number four. Покажи, чем могёшь. О, хорошо. В деревне летом. О, ребята, ментол. Именно. Понимаете, в чем дело? Здесь ментол пахнет так, как вот он должен пахнуть. Здесь он не сильно жгет, но пахнет, блин, прям ментол, прям, кто обожает, кто любит, я люблю. Запах ментола, ребята, не ошибетесь, оно. Вот практически вот один в один, как вот в голубом этом, не Epsilon Blue, ну, скажи мне, я тебе скажу. Ну, вы поняли, блин.
старческий маразм, похоже, подкрался незаметно, уже название стал забывать. Флойд, мать его, перетак. Ну, хорошо. И вот на этот запах ментола очень хорошо накладывается летняя тема. Понятия не имею, как вот ее разложить по нотам, но вот если собрать в кучу, это что-то зелененькое с таким, знаете, легким прохладным ветерком, который не приносит стужу, не приносит зябкость на коже, а приносит, знаете, такую легкую прохладу, как вот ты вот пожаришь, шел-шел, потом бам, в тенек зашел, у тебя так и кайфанул. Вот такое что-то. Очень хорошее для бритья прям. Уже практически высохло, потом чуть-чуть попробуем. Ну, скажем так, запах мне понравился больше, чем цвет. Хотя тут все, конечно, относительно, потому что кому-то, может быть, и такой цвет тоже нравится. Я бы не сказал, что он для меня фу-фу-фушный. Вот, например, ярко-желтый, я к нему меньше предрасположен, чем вот этот. Но все-таки я не любитель ядовитых цветов. Понимаю, что это новомодное. Понимаю, что от этого тащится, плющится и там стараются сделать ядовитым не только вот такие вещи, но и многие другие там элементы одежды, там еще что-то. Но идет такой катафот. Ну, он модный, я понимаю. Но сердце не прикажешь. Мне это как-то так, знаете, не очень. Хорошо, замечательно. Скажу так, если кто-то надумает приобрести такую вещь для бритья, ну, 1800 рублей, ну, это все равно немного. Вот за тот объем, который здесь предлагают. Раньше, да, раньше было получше, там, по-моему, 1600 было с копейками, или 1625. Ну, сейчас бакс поднялся, евро поднялся, все поднялось, поднялась и тут цена. Поэтому тут от этого никак не уйдешь. Но сам по себе, вот как продукт, он интересен, он хорош. И для меня лично, вот если по пятибалльной шкале взять, я бы ему поставил спокойно, ну, 4,7. Где-то вот так. То есть, вау-вау. Например, как вот этот вот. Эх, сейчас руки дотянутся. Вот этот вау. Вот для меня просто вау, открытие. Я его хрен кому отдам. Маню, все, отстаньте. А вот этот хорош. Просто хорош. Если при случае там другу подарить или еще что-то, ну, я бы порекомендовал. Постарался бы не отдать, потому что я бы все-таки тоже его себе оставил. Но если все-таки пришлось бы, отдал бы. Вот тот – нет. Сказал бы: «Саня, блин, я тебе лучше что-нибудь другое принесу. Ну, оставь ты мне что-нибудь такое». А этот – вот хороший, просто хороший. По бритве. Но умом-то понимаю, что на то бритье, которое сегодня прошло, произошло, повлияла по большей части острота лезвия, которая вот здесь. То есть, по-хорошему, вот сейчас вот пойду мыть, я его выкину нафиг, то есть все, мне кажется, оно свое уже ушло. То есть, гимовские лезвия, ну, 10 раз максимум, как вот Сергей Сергеевич говорит, больше оно не вытягивает. Ну, а так вот вообще... Вот подобным вещам я отдаю дань, как, знаете, как вот как вещам из прошлого. То есть вот гению ума, инженерного разума, смекалки, подходу, как вот здесь все это организовано, как сделано. Казалось бы, сложно, наворочено, на самом деле, когда разберешься, все элементарно просто. И в то же самое время я отдаю отчет, что вот в производстве это было не хухры-мухры, но это достаточно непросто вот все вот такие вещи собирать. То есть тут и клепки, и шлепки, и валики, и шмалики. Тут столько всего надо, столько приблуд, столько приспособ, столько всяких кондукторов, чтобы все это собирать вместе надежно. Ну, то есть, это, на мой взгляд, гораздо сложнее, чем, допустим, выточить деталь на станке ЧПУ. Хотя кто-то может со мной не согласиться, но для меня это так. А вот что до бритья, ну, вы знаете, вот если сравнивать с Малькута, Золинген, которая вот совсем недавно была, это бритва производства 1925-29, где-то вот так вот годов, 27-29, то Малькута мне все-таки роднее, ближе. Там она чуточку попроще, несмотря на всю ее витиеватость форм. Несомненно, там участвовало литье. Ручка, может быть, не совсем ручка, а больше на ручку от ложки похоже. Но, тем не менее, вот та изящность, та элегантность, которая присутствует в этой бритве,
вкупе с тем, как она бреет, хотя, конечно, это тоже мастерство заточника, Геннадий, город Москва, тебе отдельное спасибо. Но все-таки мне та бритва ближе. Здесь, скажем так, вот если бы я в одной руке держал вот эту вот бритву, вот остромб, а в другой, допустим, просто гем, обыкновенный гем с белой ручкой, который я уже не раз показывал, я бы, наверное, все-таки ратовал за тот гем. Он более утилитарный, он проще, он как-то не проще в эксплуатации, он проще выглядит. Здесь все-таки вот больше чуть-чуть навороченностей. Но если это все взять, так вот в сторону убрать и абстрагироваться, ну, бритва, несомненно, интересная. Я не думаю, что сейчас ее легко и просто найти, потому что сейчас старинные вещи, не только опасные бритвы, но и вот такие тоже, они постепенно изымаются из оборота, потому что ну, все больше и больше людей, которые хотят соприкоснуться с этой историей, им это интересно, им это надо. Поэтому сейчас не только на них цены растут, но их еще и меньше становится. Если бы вот порекомендовать кому-то, чтобы бегать за такой бритвой для бритья, нет, я бы не стал. Я бы, наверное, все-таки в первую очередь гем посоветовал. А вот если в качестве образца, как люди больше 100 лет назад умели делать, как они это умели из металла воплощать вот эту вот мысль, то да, тут несомненно. Вот для историков, для коллекционеров это вещь, это несомненно вещь. Особенно, если вам удастся собрать полный набор. Ну, то есть, и сама бритва, и лезвие, и инструкции, и ремешок в наборе. Ну, это даст фантастиш. Хотя, если поставить сюда новое гемовское, оно и брило бы интереснее. Но я сейчас постарался от этого уйти в сторону, а просто вот чисто внешне от конструктива, вот от этого отталкиваться. А так, несомненно, интересный, богатый и шикарный образчик нашей с вами бритвенной истории. Ну, на этом, пожалуй, что и все. Разрешите с вами попрощаться. А, да, мыло. Не, второй раз так бы не стал делать. Ну, фуфлыжный вариант какой-то. Вот эти все терки, натерки, да и пена получилась не такая, как я рассчитывал. Я бы, наверное, все-таки в следующий раз не поленился, взял бы, настрогал бы баночку, в баночке бы сбил или в ладошке и спокойно бы побрился. Уже нормальной, хорошей пеной. Так что это эксперимент хороший, но не удался. Ну, отрицательный результат, сами знаете, тоже результат. Все. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда-всегда все будет хорошо. Ну и до новых встреч. Пока-пока. We'll be right back.